Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. Сегодня мы поиграем в игру, которая называется «Безумные монстры». Так, поздравляю, вы вошли в игру, получаем 50 каких-то рубинов. Смотрите-ка, очнулся! Мы похитили твоих друзей, посмотрим, чего ты стоишь без них. Сосед, похоже, тебе понадобится что-то для уничтожения прислужников. Возьми эти топоры, оружие простое, но надежное. Нажми. Ну да, в принципе, довольно неплохое, ребята, оружие против вот этих всяких прислужников. Махать топорами так скучно. Есть у меня кое-что для тебя. И что же интересно, вот тебе закон и порядок. Ого! Спасибо, добрый телевизор. Добрый, злой, неважно, главное, у кого ружье. Вот здесь ты прав, братиша. Нажми. Получи, гад. А ну-ка, выкуси. Что тут еще за муха прилетела, блин? Навозная. Следи за накоплением сил противника. Понятно. Постарайся с этим что-нибудь сделать в следующий раз. Ага, чтобы у меня не отнимали хп. Попробуем. Пока я буду по ним шмалять, что есть мочи, и рубить топорами. Ого. Немного ли вас тут, ребята? На-ка, выкуси, гаденыш. Осторожнее, задние враги тоже будут тебя атаковать, да? Хорошо, мы это учтем. А пока будем валить этого мухомора, что есть силы. Иди сюда, пенек трухлявый. А ну-ка, выкуси. На выстрел. Один монстр обладает толстой шкурой, а другой наносит увеличенный урон. Ага, вот это значит увеличенный урон, а этот толстяк. Чем больше мечей, тем больше урона. Все просто. Устраняй опасных монстров как можно раньше. Диско-шар поможет тебе сменить их позиции. Интересно, каким макаром? Нажми. Опа. Понятно, ребята, я вкурил. В чем тут дело? Значит, в первую очередь нужно убивать которых дамагеры. Ну, а потом уже вот этих вот, так скажем, стражей танков. По-другому их не назвать. Ну что, брыкается что-то, а? Так, ну-ка, добиваем. Замечательно. Так, у нас вот этот вот дамагер. Давайте поменяем. Скелет, гитарист, хренов. А ну-ка, выкуси. Бабуля, или кто ты тут у нас, неважно. У кого ружье, тот и прав. Так было сказано. А это что у нас такая за башня? Стенка какая-то, я не знаю даже, кто это. Ну, даже и знать не хочу, будем его разбирать. Как и всех остальных, в принципе. Ну что же, ребята, вот, в принципе, и делов на копейку. Победа за нами, награда 22 звезды и 22 гайки. Первая глава. Так, я специалист по взломам. Пока ты сражаешься с прислужниками зла, я буду открывать сундуки. Ну что же, ты меня в этом радуешь, браток. Серебряный сундук, ага, ускорить. 30 рубинов нужно потратить, и мы получаем с вами огненный дробовик. Потом топоры дровосека. И последняя карта — диско-шар. Понятно. Отлично, приступим к улучшению арсенала. Инвентарь. Начнем с дробовика. Тапни для улучшения. Так, наносит половину урона поджиганием, да? Внимание, видите это? Это моя громовая палка. Улучшаем, конечно же, ребят. Все на этом? Или еще что-то? Не терпится проверить дробовик в деле? Ну, как бы да. В бой! Хорошо. Так, это у нас будут враги. Уровень монстров 1. Давайте их порешим. Я смотрю, у нас дамагер сзади. Надо диско-шар применять. А теперь будем разбирать эту муху навозную. Вот так вот ей. И вы получи еще, гаденыш. Так, тут у нас какая-то китайская стена на нас напала. Ну, сейчас мы ее по-быстренькому разберем на кирпичики. Причем она у нас еще и горит. Давай-ка выкуси пороху. Ух ты, ты посмотри, какое-то полено прибежало, и опять скелет. На-ка, гад, выкуси. Получи еще, гаденыш. Не жаль тебя нисколько. Так, а тебя, полено, мы сейчас на дровишки пустим. Изображает из себя тут дракулиту, вампиреныша. Не похож, совсем не похож. Пора тебя отправить туда, откуда ты пришел. Так, опять у нас здесь надо менять. Менять, ребята, в срочном порядке. Смотри, какая крутая деловая муха в очках, тут с тростью.
не спасло это ее. И опять же китайская стена. Да выкуси ты, гад. Я смотрю, ты толстый, жирный. Поезд пассажирный, но я все равно тебя пробью. Я доберусь до твоих кирпичей. Че я говорю, а? Блин, пипец. В общем, ребята, победа за нами. Так, мы получаем с вами опять 12 звездочек и 12 гаек. Сундук. Ускоряем, мы получаем с вами новый уровень. Аллилуйя. 300 плюс 300, 600 хп у нас уже. Точнее, мы становимся более-менее живучими. Давайте мы откроем с вами за 2 рубина сундук. Ага, получаем еще дискошар и топоры дровосека. Кстати, это можно все улучшить, я так понимаю, да? Да, я был прав, и нам нужно для этого 15 листочков. Так, общий удар, критический удар. Наносит несколько ударов по передней цели. Иногда нужны самые простые надежные штуки для победы. Как, например, топоры дровосека. Прокручиваем монстров по часовой стрелке. Так, опачки. 2 уровня у нас дискошар. Так, ну-ка, мы можем с вами... У нас компания. Так, это у нас на прибавку идет. А приключение что? Завершите главу 1. Понятно. Ну что ж, давайте тогда закончим. Взрывной денек у нас называется миссия. Ага, смотри-ка, какие они побитые. Видимо, подрались, ожидая тебя. И что ты предлагаешь? Добей их этой взрывной штукой. Ёлки-палки, ты мне даешь гранату? Хо-хо! Шикарно, ребята, мне понравилось. Внимание, монстры используют разные способности. Постарайся не дать им этого сделать. Ох ты, гад, он отхиливается. Мухомор, ты не припухли, а? Хиляться-то здесь. Так, ну-ка, выкуси пороху. Давай добьем его топорами. Сгорит, нет? Черт, он мне звезданул, гаденыш. Ага, критовщик у нас сзади. Меняем. Блин, не то немножко. А вот теперь самый раз. На-ка, муха навозная, получи свое. Вот так вот. Нечего тебе тут брыкаться. Готово, хламонка. Так, меняем, ребята, меняем. Мне нужен этот мухомор, потому что он хилится, гаденыш, как вы видите. Но он сейчас дорадуется у меня. Смотри, какой радостный, блин, а. На-ка, выкуси. Я тебя сейчас на дрова пущу, просто-напросто. Готов. Ну, а теперь у нас какая-то стена, да, пиратская, с пушкой наверху. Так, слабый удар наносит 39 урона. Применяет раз в 8 секунд. Не успеешь, гад, ты ничего применить. Даже за 4 секунды. Ать ты, гаденыш, все-таки пробил меня, а? Успел все-таки. Ну что, хламоны, давайте начнем с вас. Так, дискошар, иди сюда, муха навозная. Ты меня уже достала, в самом деле. Где ты взяла такие очки? Где ты взяла трость, а? Скажи-ка мне. Что такое, что такое? Для применения этой способности нужно больше маны. Да понятно, мне некогда. Не отвлекай меня, робот, сейчас в данный момент, потому что я тут очень сильно занят своими делами. Видишь, я валю монстриков. Так, давайте, мухомор готов. Замечательно. Так, теперь у нас пенек трухлявый. Хотя можно было бы его и поменять, наверное, ребята. Ох, гранатка моя сработала неплохо, да? Вам понравилось? А мне так лично очень. Ладно, дракулиту пора отправлять на тот свет. И муху мы сейчас прихлопнем. Ну, что ж такое, не получилось. Все, готово. И мы прошли, ребята, еще один уровень. Получаем 45 звезд и 45 гаек. Отлично. Ну, еще и сундук в придачу, конечно же. Давайте-ка мы его откроем. Новый уровень, третий. 900 хп у нас уже. Это очень хорошо. Что у нас в этом сундучке будет? Так, огненный дробовик. Не хватает 3 карт буквально, чтобы его улучшить. А это что у нас такое, я не пойму. Не садись на пенек, миссия называется. Я и не собирался, как бы. Чтобы достать задней цели, используй мой подарок. Биологическое оружие. Это какой-то подожженный улей. Ох ты, а мне понравилось, ребята. Вот так, еще гранатку им. Так, еще раз улей. Так, ну что, давайте, наверное, потихонечку разбирать их. Так. Стена, ты меня уже бесишь. Кто на тебе нарисовал такое граффити, что ты теперь стал похожа на клоуна у нас? На-ка, выкуси. Так, поджигаем. Отлично, скелет доигрался на гитаре.
Башня тоже свою отплясала. И осталась у нас тут навозная муха. Так, замечательно, разобрали. Выкусили. Так, этот пенек у нас, видите ли, прикидывается индейцем. Ага, а этот у нас ковбоем. Так, иди сюда, навозная. Ты критуешь очень сильно, поэтому мы будем тебя в первую очередь уничтожать. Так, на-ка, выкуси. Так, надо дорубить ее обязательно. Блин, ты посмотри, она со стволом, а. Так, вот и пенек до нас дошел. Так, это мухомору, чтобы он там не расслаблялся. Пускай горит потихонечку. Тлеет, так сказать. Ну-ка, ах ты. Какой крепкий пень достался. Не под индейца, блин, закосил. Думает, что он бессмертный. Так, ребята, мне нужен мухомор. Он задолбал уже тут хилить всех вокруг себя. Так, ну-ка. Тот сгорел. И этого сейчас мы тоже с вами добьем. Да пляшется он у нас. Ого. Ну все, смерть тебе, смерть. Слышишь, ты вообще в курсе, с кем связался? Да, честно говоря, нет. Великий, непобедимый, мускулистый и горячий босс, ты труп. Для начала рекомендую разобраться с его миньонами. Используй дискошар. Спасибо за подсказку. Будем разбираться с миньонами. Так, муха старая, смотрите, она еще и с сигаретой в зубах. Точнее, в своем хоботе. Бинго. Так, а это что у нас тут за мухомор-свидетель, ё-моё, а? С какой ты свадьбы, гад, сбежал? Да ты заткнись там, босяра, а ты... Оу, ребята, у меня с хп-то очень и очень плохо. И тут уже как-то не до шуток, если честно. Так, ну-ка, блин, мухомор отхилился, а? Вот это непруха, ребята. Да заткнись ты там, получи улей в рот. Слушайте, или я, или он, тут, как говорится... Больше нет выбора, ребята, должен я успеть. У него, блин, ну. Да давай это быстрее, ну топоры, хоть что-нибудь. Есть, есть, ребятушки. Эй, выпусти меня отсюда. А кто тут у нас в сундучке? Кто такой? Ого, это какая-то жаба. Я почти закончил с ними, без сомнения, я нанят. Такая жаба с гранатами. По полному фэншую одета. И мы с вами получаем сундук, 78 звездочек и 78 гаек. Так, друг, теперь мы с тобой в одной обойме. Да что ты говоришь, а? Так, у нас тут что, инвентарь. Я буду давать преимущество в бою, посмотри мою визитку. Урон первой способности в каждой волне увеличен. Он многое повидал в своей жизни. Его зеленая кожа и душа испещрены шрамами былого. Настоящий солдат, друг и семьянин. Родная локация — болото. Да, я его не могу, к сожалению, проапать. У меня и карта нет для него. Хорошо. Ух ты, сколько здесь у нас всяких будет напарников. Обалдеть. Давайте-ка вскроем с вами сундучок за 30 рубинов. Так, что нам здесь достанется? Осколочная граната и жгучий улей. Я доволен. Так, можно это усилить, как-то улучшить. Что нам нужно? Оу, этого у нас добра хватает. Половину урона наносит поджиганием. Не вздумай брать его в руки. Так, ну а с этой наносит моментальный урон всем монстрам. Основная причина вымирания стеклянных монстров. Я прикол понял. Так, ладно, ребятушки, давайте тогда мы начнем с вами. Алчные гоблины. В бой, конечно же, в бой. Так, что у нас здесь? Ну давай, 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 не томи уже. Так, жаба активировалась. Что такое? Новый монстр, гоблин. И что ты мне хочешь сказать, гоблинок? Способности. Неизвестная способность. Нажми для открытия. Скрытность. Наносит 92 урона, отступает на заднюю позицию. Применяется раз в 10 секунд. Убийца, значит, да? Я слышал, что гоблины постоянно избегают честного боя. Держи, это должно помочь в битвах с ними. Ты мне дал лук? Отблагодаришь потом. Спасибо тебе, древний компьютер или телевизор, кто там, я не знаю. Неплохо, совсем неплохо, я вам скажу. Так, поменяли, иди сюда, гоблин-убийца. Так, надо его добить, ребята. Ай, мне нечего было применить. Так, давайте вот так вот сделаем. Потому что это дамагер у нас. Надо его грохнуть.
Он со своей гитарой тут. Так, пенек. Пенек, горящий уголек. Вставные челюсти. Горит и нафиг, а. Вот так вот. Топориками теперь, ну. Выкуси улей. Ох ты, кто у нас тут прискакал? Опять китайская стена. Сзади гоблин там стоит у нас. И опять же мухомор, блин, с бластером причем, а. А, это мухомор-пришелец якобы. Ладно, будем его тогда разбирать. Да что ж такое, он хилится, гад. Как ты меня достал, а? Тот непробиваемый, этот хилится. Тот по мне дамажит, а? На-ка, выкуси. Все, ребята. Так, гоблин-убийца здесь с бутылкой, с ножом. Все, допрыгался, гад. Ну что, китайская стена, давай поговорим по душам. Хотя я сейчас из тебя душу-то эту и выну. Выкуси, гад. Ёлки-палки, еще волна. Так, там гоблин у нас танцор, я смотрю, какой-то с микрофоном. Ну-ка, давайте-ка я его сейчас попробую немножко бомбануть. Вот так вот, шикарно. У него двойное горение, мы его добили. Так, этот все тут хилится у нас, а? Мухомор ты поганый. Ну-ка, давай его порубашим маленько. Блин, надо мне как-то усилить свое оружие. Блин, недостаточно дамага мы наносим. Готов, хлопец. Так, опять этот индеец тут пляшет, а? Ну все, настал твой час. Доживаешь последние секунды. Как говорится, улей тебе в рот. Ах, все, сгорел, салабон. Так, победа, деревянный сундук, ребята. И 54 каких-то кубика льда, видимо, мы получаем с вами. Ну и 54 звездочки, это понятное дело. Так, давайте мы вскроем деревянный сундучок. Написано было 3 карты, почему-то получаем только 2. Так, и жгучий улей. Угу. Так, значит, ничего такого мы сейчас особенного с вами сделать не можем. Гоблин казначей. Следующее у нас задание. Ну что ж, давайте всю эту лавочку встряхнем. Поехали. Так, жаба у меня активировалась. Дала нам, как говорится, какой-то баф. Выкусите, ребятушки. Блин, пенек, ты меня бесишь. Почему он всегда на первом месте? А достал он уже, если честно. Так, гоблин с какой-то книгой опять. Hello у него написано на груди. Лейбочка такая. Ну, я тебе сейчас устрою hello, блин. Так, мухомор, заткнись там. Не вякай. Так, пенек. А гоблин действительно, ребята, отскакивает. Как это ни странно. Так. Все, добивка, добивка идет. Готов. Этого мы сейчас разрубим. Выстрелим нафиг. Пускай не вякает. Ну догорай ты уже, а. Разобрали. И остался у нас тут гоблин. Готов. Так, смотрите-ка. Опять стена пиратская у нас. Муха-говнюха с ружьем. Ну и, как видите, гоблин с микрофоном и с ножом. На-ка, выкуси. Так, давай-давай-давай-давай, откат. Вот так вот. Черт, ну сгорит, нет? Ну должен сгореть, ё-моё. Так, муха-говнюха прилетела. В очках тут все, все дела. В бейсболке, блин. Так, ну сейчас мы ее добьем. Мы ее добьем, уже добили. Все, со стеной у нас будет разговор короткий. Он у нас толстый, но слабенький. Так что можно по этому поводу не переживать. Все, дорубашиваем его. Ах ты, смотри, говорят, ты обижаешь моих собратьев. Еще и обзывается. Ну иди же к папочке, покажи, на что способен. Нажми сюда, чтобы узнать информацию о монстре. И что же мне хотите сказать? Скрытность. Наносит 169 урона. Отступает на заднюю позицию. Применяется один раз в 12 секунд. 169 дамага, ребята. Это далеко не шутки. Причем у меня очень мало хп. Так, вот этого дамагера надо сносить. Почему у меня такой большой откат по всем фронтам, блин, а? Ну-ка. Ох, он его еще и подхилил, этот поганый мухомор. Гад, он подлит. Вот и не знаешь, кого тут в первую очередь убивать. Или лекаря, или дамагера. Короче, ребята, у меня 88 хп. Сейчас любая тварь меня тронет, и я разберусь просто по кусочкам. Черт подери, ну! Ну! Так, отлично. Ну, я не успею, ребят, смотрите. Ай-яй-яй-яй-яй. Все время подходит, подходит, подходит. Сейчас он мне кританет. Все. Бам. Разбил он мою фляжку.
Гад вонючий. Ладно, поражение. Давайте-ка тогда еще разочек мы с вами сыграем. Я не успокоюсь. Так, жаба, активируй меня хорошенько. Так, ну что, приступаем с арбалета. Вот так вот. Неплохо довольно жалит, я скажу вам. Так, иди сюда, гад. В очочках, блин, фриц какой-то, если честно. Он на него почему-то похож. Так, еще разок. Отличненько. И получил от всех люлей, блин. Нет, ну что-то тут как-то тоже не завязалось у нас, ребята. Фигня получается. Очень много я уже пропустил ударов. Мухомор, ты достал меня. Он даже еще не горит. Мне придется на него тратить, опять же, удар. Давайте вот так. Ё-моё, опять он отхилился. Да ты достал уже, а? Так, пень, иди сюда нафиг. Все, с тобой будет сейчас тоже разговор короткий. Давай, выкуси. Как говорится, почувствуй нашу любовь. Вот так вот, я думаю, тебе нравится. Шикарно, ребята. Так, муха-говнюха. Опять же, этот охламон у нас. И нет, не китайская, пиратская стена у нас здесь. Ну что, гоблин, ты мне попался, как говорится, под руку. Сейчас я тебя должен разобрать, ребята. Так, улей. Это стене, чтобы он там не вякал, блин. Так, муха-говнюха. Так, орка мы добили, отлично. Какой орк это, гоблин? Без разницы, все равно шалупень. Муха, а ну-ка получи-ка пулю в брюхо. Так, что за фигня, блин, почему такой долгий откат? Мне еще босса валить, а? А у меня уже 460 хп. Это дело никуда не годится. Так. Но, блин, смотри-ка, рыпается еще что-то. Я не... Блин, все. Получи, гнида. И вот у нас, говорят, ты обижаешь моих собратьев. Да-да, я обижаю твоих собратьев. Ну иди же к папочке, покажи, на что способен. Так, я понял тебя, информация, все это для меня уже не в новинку. 169 урона, да. И он на заднюю позицию отступает. Это уровень второй у гоблина. Ух, давай так начнем. Начнем с критовщика хренова. Так, граната пошла. Пулю в лоб. Блин, он еще живет, он еще живет, а. Так, мухомор. Так, давай. Ну, что-нибудь, ребятушки. Вот так, отличненько. Так, улей кинуть, что ли, этому гаду там. На, заткнись ты. Кажется, тебе не помешает помощь в этом бою. Если честно, то не помешает. Для таких случаев у меня есть особая бомба. Оу. Ну, елки-палки, совсем другой разговор. А почему ты ее раньше мне не давал? А? На, засранец. Отлично, ребятушки. Просто шик, я бы так сказал. Получаем с вами сундук. Так, сундучок. Мы можем его открыть. И новый уровень, четвертый. 990 хп, как-никак. Ну и что нам серебряный сундук приготовил? Ага, леденящий лук. Потом у нас дискошар идет. И жгучий улей. Вот так вот как-то, ребятушки. Я надеюсь, я смогу хоть что-нибудь из этого усилить. Смотрите, а? Это только лишь первая глава, ребята. Первая. Так, а здесь еще какие-то усилители можно будет потом поставить. Пока у нас ничего нету. Восстановить здоровье игроку. Ага, это я могу за кристаллы все приобретать. Будем знать, значит. Жалко, не написано, что такое граната Теслы. Большую бомбу мы уже с вами увидели. Так, ну что же, давайте хоть что-нибудь, наверное, попробуем, да? Так, здесь у нас не хватает, а вот здесь вполне. Отлично, еще разок. Третьего уровня у нас уже лук. И вот это тоже можем. Все, отлично, ребята. Ну что же, давайте тогда на этом я буду завершать этот выпуск. Всем большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось, то ставим лайки, пишем в комментариях. И мы продолжим играть в эту игру. А на этом все. Всем пока, удачи и до новых видосиков, ребята.